Всем привет! Да, всем привет! С вами я, Рандом Покемон, и сегодня мы будем играть в новую игру под названием Plead of Fate. Я ничего не знал, как в ней играть, а что здесь надо? Я тоже не знаю, как в ней играть. А что здесь надо вообще делать? Короче. Ну, да. По моему мнению, тут всякое нашествие происходит. То есть, например, тебе дается плита. Или общая плита. Ну. А где как на плиту какую-то встать? Ну, это по началу игры. То есть, начинается там, например, у тебя есть своя плита. Mm. И наверху есть всякие задания. Например, у тебя будет черная дыра. Это как рифик? Ну, да. Похоже на... Будет прикольно, если это от тех же разработчиков рифик. Только в рифик как-то больше секреток, пока ты ждешь. Короче, мы будем, наверное, харификаутинками. И сейчас по щелчку пальца мы будем перемещаться. А что за обес? Не знаю. Давай в харифик. Куда уходишь? Давай в харифик поиграем. Сейчас? Да. А мы же в линию, а мы же это еще не поиграли. Ну блин, ты понимаешь, это как харифик, ты сам сказал. Депутат. Не додернись. Ну ладно, давай в харифик. Для вас произойдет она щелкунчик, ну да. Там один щелкунчик для вас будет танцевать. Щелкунчик. Для вас один щелкунчик будет танцевать, а для нас 10 будут танцевать. Видите? Так, ну все, ребята, все, давайте, до свидания. Все. До свидания. Все, ролик закончен. Да. А чё? Итак, ребята, мы сейчас Horrific Housing, и у меня начался раунд, а Адикус всегда такой больной. У меня тоже начался раунд. Я не сукс, если что. Стоп! А это твой... Нового года не будет, Дед Мороз принял. Нет, меч. Это мой дом. Ну, это твой дом. Нового года не будет, Дед Мороз принял твой дом. Все, погнали на диванчик. Не, я хочу зайти в магазин бобов. Ты продал почки бобов строителя? И сместил в одну молекулу. Я застрял в бобе. А я на потолке застрял. Готов к тесту по математике? Нет. Я 7 умножить на 8! 56. Так, подожди, 56, да, это 56. Главное, чтобы училка не спалила. Да, выжил. Тогда любой дом. Стоп, это чё? Сейчас не Хэллоуин. Ой. Это твой дом? Да. Но сейчас же не Хэллоуин. Я забыла поместить. Бежим. Почему? Снеговик! Знаешь, преследует снеговик-убийца. Учурин-убийца. Так, у меня нет меча. Ты горишь, как огонь. Моргенштерн. Моргенштерн. Слышишь, Морген? Чё? Она типа только 5 раз осталось? Не знаю. Или 5 раз? Не знаю. А чё я так хожу странно? О, погнали вот сюда. Игрок, приходи в казино поиграть. А куда мы идём? Не знаю. Ты бесконечно улица Амортиса? Бесконечно улица Амортиса. Так я выжил. Бежим! Бежим, я бегу, бежим в Боба! Давай. Все, нас нету. А прикинь, кто-то в этом крохотном домике. Там питомец есть. Там по-любому кто-то есть. А прикинь, я сейчас стану огурчиком, наш дом уменьшится и все. Я буду. Стоп! А если стать огурчиком, можешь же туда пройти. Да, там огурчик. А, там как раз огурчик. Ванга.
там просто сидим. А муха тоже вертолет. Пам-пара-пам, на без коробки передач. Пам-пара-пам. А спина болит! Пельмень, пам-пара-пам. И все коленки в огурцах. Пам-пара-пам. А это песня про любовь. Пам-пара-пам. А дальше я не помню что. Пам-пара-пам. Я хочу поесть бобы. Я проголодался. О, пошли почки. Короче, отобрали печень у боба-строителя. А, здесь девочка! Здесь девочка! Здесь она девочка! Она меня убила! Она у неё катана! У неё катана! Она меня убила! Я эльф! Меня убила девочка с катаной! Она тоже пошла вместе с нами в бобовый магазин! Она подумала, что мы бобы! И решила у нас взять почки! Ты прикинь, я поместился в этот домик! Не, всё, тебя никто не найдёт, кроме огурчика! Ты смотришь за мной? Главный, да, огурчик твой главный враг. Че с моими ушами? Они стали слишком сусоватыми. Прикольно. Я буду пробовать. Я тебя больше никуда не пишу. Строю, остригайся, девочки с катаной. Какой маленький домик. Так. Вострой осталась ты, девочка с катаной и огурчик, который идёт к тебе. Огурчик, здорово. Ой. Тут фейерверки. Девочка с катаной, как? Совместитесь с огурчиком, чтобы убить девочку с катаной. Тетрадь смерти. Эльф, огурчик, девочка с катаной, чудак. Давай убей девочку с катаной. Где тетрадь смерти? Где тетрадь смерти? А ты чё прыгаешь? Ты чё прыгунчик, попрыгунчик? Это чё? Это чё? Это чё? Снежкомёт? Да. Здравствуйте. Нет, у него тетрадь смерти. И что это значит? Меня сейчас убьет. И напал не до того огурчика. О! Стоп. Убей девочку с катаной. А... у меня пропал снежкомет. О, нет, дом пропал. Дом бездомный. Дайте зайти в этот дом. О, у тебя что-то на спине! Дайте зайти в этот дом. Кто у тебя на спине? Дайте зайти в этот дом. Кто у тебя на спине? Всё! Я спрятался. А что у тебя на спине? Где? О, неплохо. Теперь летать умеешь. Крутая штука. Давай попробуем полетать. Я хочу кого-то убить. Я хочу... Убей кровавый рандом. Нифига я перну. А ты че... Че ты за... Че? Да хватит пердить. Огурчик! Она стала обезьяной! Обезьяна. Так вас по-прежнему осталось трое. Ты, огурчик и обезьяна. Эльф, огурчик и обезьяна. Чё за команда? Ну, нифига. У тебя есть бита, у неё катана. Битва, бита против катаны. Мне кажется, у неё катана уже пропала. Она там, наверху. О, друг. Давай! Отлетел! Чё? Она снова наверху, она снова падает. Здорово. Вы связаны друг с другом, если она умрёт, ты тоже умрёшь. А мы вдвоём вот. Остались? Да. Да! Стоп. Ну, сейчас я хочу крутую музычку включить.
Тебя зависит от того, кто первый умрет. Алло, почему я не могу двигаться? Алло, я широкий. Ты что? Ты стал широким в лабиринте. У тебя алмазный меч, алмазник. На. Она со снайперкой! Ты такой широкий! Ринг, давай! Куда она полетела? Она, короче, она вылетела! Она живая, она сейчас рядом со всем. Вот, видишь, у неё катана. У меня легендарный меч. Но у тебя мало хп. Ты выиграл! У меня легендарный меч появился. Ты понимаешь, у меня появился легендарный меч. Так, да, столб, отшельник. Мне кажется, я хочу столб. Фига себе. Смотри. Подожди, попробуй меня найти сейчас. Подожди, не находи пока. Подожди, я сейчас прячусь. Все, попробуй меня найти. Отшельники, отшельники, отшельники. Какие отшельники? Какие? Где я? Где я? О, мы рядом! Смотри! Видишь розовый дом, который ниже? Ну? Это я. Ты покрасился, да? Видишь, я прыгал? Чёрт, мой брат отправил... Это... А Буба сообщил? Мне отправил... Это... Бесплатную программу для монтажа. Ай! Чё за фейерверки? Я отвратителен! Я зеленый, я стал шире. О, у меня больше хп зато. Ты больше. Подожди. А, меня сейчас скинут. А как вы на крышу забираетесь? Надо домой идти. Все, я иду домой. Че за фейерверки? Фейерверк! Я дома. Я хочу чил. Есть! У меня регенится хп. Ура, 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 ура. О, у меня есть молоток. Как... А, у меня дополнительная жизнь есть. У меня есть тоже дополнительная жизнь. У меня есть еще молоток. У меня от одной руки почему? У меня нет ноги и руки, что? Я инвалид! Почему я начинал постепенно пропадать? У меня пропадает стала нога! Почему я начал постепенно пропадать? Инвалид! Помогите! У меня нога пропадает! Антидот! Дот! О нет! О, да. Видишь, у меня нет ног? Нет. Смотри. Молодец. Ты чё, Шрек? Да, Шрек. Шрек! У тебя рука пропадает. Алло, я не хочу! На, всё, Марвел, что ли? О, у меня есть мина. У тебя рука пропадает. Я поставил мину. Великий мин. Мой домик стал маленьким. Почему? О нет! Я умер! Ты понимаешь, я стал суперчеловеком и умер. У меня двойные хп. Я знаю! Типа мне сказали, что ты умрешь через минуту. И все. Почему это так несправедливо?
Че с моим домом? Так. Че с моим домом? Да поменяй. Лёва, че это за башня? Это шашня. А че с моим домом? Мне тетрадь смерти? Вас осталось четверо. Так. Тетрадь смерти. Прячься, снежная буря надвигается. Спрятался. Меня тут не достигнут. О, один персонаж. Один персонаж тоже начал пропадать. Он в огне. И без ног лежит. Минус один. Вас осталось трое. А, минус тот, потому что он был на снежной буре. Двое. Вас осталось двое. Тикер? Некер? Как зовут негра? Пиркр. Какой у него ник? Пиркр. Пиркр? Пиркр. Нига, негр Киркр. А, Киррр. Да, и ты. Все, больше не все остальные умерли. У него очень мало хп. Я его убил. У меня тетрадь смерти была, я записала его имя, он умрет. Киррр. Да, все, он умер. Киррр. Я записал уже. Тогда почему он еще живой? Он умер! Че? Ты выиграл? Да, я выиграл. Давай еще одну карту. Ну сейчас посмотрим. Лё! А чё ты... А чё игра не заканчивается? А чё ты не спавнишься? Чё игра не заканчивается? Ну ты же... Чё-то навсегда остался в игре! Ты же остался один! Все! Да. Так, сейчас. Итак, ребята, мы играем. О, давай в третий режим. Да, я третий выбрал. Сейчас будет у нас последняя каточка. Да. Надеюсь, я не умру снова. Ну, мне просто кто-то либо в тетради. Мне сказали, что я умру через секунду, через минуту. Знаешь? В последние минуты, в последние секунды до смерти. О, это то и было на мэ. Мне сказали, что я суперчеловек. Ты понимаешь, как это больно? То есть, и все, мне сказали, суперчеловек, я могу очень что? Потрогать, очень что? Что? Давай пиксели. Что? 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 Мы сломали игру. Лё, дайте вот эту карту. Да мы сломали игру. Я хочу еще вот эту карту, лё. Почему? Пиксели. В воде? В воде? Что значит? В воде пиксель. Пиксель в воде. У меня фьюз яиц! Как его закрыл? А, я его закрыл. Стой, фьюз. Попробуй на лед наступить. Кто? Что? Что? Мы сломали игру! Что? Мы сломали игру! Стой! Что? Мы сломали игру 5 раз. Бери. А, у меня мало! Ты убил меня! У меня очень мало хп сейчас. Ай, метеорит! Это что происходит? Что происходит? Не бей меня! Алло, что ты сделал? Ты зачем нас убил? Чё за ракета была? Это чё за... Чё мы сломали карту? Что за ракета была? Зачем ты убил меня? Это не я! Я прошёл на твоей плитой, и ракета на нас упала. Мне кажется, у нас тут ещё одна карточка. Ну не знаю. Мы сломали игру! Сломали, хорифик! Ладно, ребята, я остановлю до следующей карточки. Итак, ребята, мы продолжаем. Сейчас у нас будет линия. Мы просто линия хорошая, игру. Линия хорошая. Мы просто взорвали игру. Просто... Да! Слушай, а линия хорошая. О, привет, да я к Дуготе.
Не, давай я просто здесь буду стоять. Не, прикинь, эта платформа исчезнет. Ой, какие фейерверки. Ай, ай! Чё за фейерверки? А, игра... Посидели. А, я думал, я сейчас... Он меня чуть не задавил. Что с домом? Не, ну его смяли. Почему у меня крыша прозрачная? Что это за симуляция? Симуляция. Чем? Чем? Я вот на этом кубике буду. А я вот здесь буду стоять. Что мы взорвали игру 5 раз уже взрываем ее. Мы просто как серфом на этой. Это специально сделали или на или хрифик реально взорвался просто? После того, как мы выбрали режим, да. Да, его не что произошло? Ах, фейерверки! А! Где я? Кажется, я в мире Майнкрафта. Дом на дом просто зашел. Просто потому, что у меня очень мало хп. Прыгай! Куда? Дурачила, прыгай! Я? Прыгай, дурачила! Я? Мы умрём! А вы где? А ты я где? Я умер! Из-за этого, дурачила, мы проиграли! Ты умер? Да, я умер! Следи за мной, следи за мной. Ну, а сейчас мы остановим снова. Ну, на этом, ребята, я думаю, закончим. Всем удачи, всем пока. Ай, не удачи. Пельмени.